Только вот все начинается, наверное, всякие автографы, интервью, все самое вот интересное, наверное, начинается. Президент как-то было все спокойно, ну, президент, он и путинизовал, президент, он каждый день его мы смотрим, видимо, камеру, вот столько камер первый раз я столько вижу, и автографы первый раз просто раздают. У нас в этой номинации более 40 лет не было побед, вообще трудно, ну, вообще одна медаль у нас только ваша. В грибном спорте самый яркий, самый забойный момент. Обойти Австралию – это круто. Вот что было, так сказать, вот самое яркое впечатление непосредственно по гонке? Да, дотерпеть эмоционально больше до финиша, чтобы раньше времени начать финишное ускорение. Ну, видимо, не дотерпел и раньше времени начал его делать. А так, в принципе, гонка сама по себе понравилась. Так равномерно разложил ее по ходу дистанции. Кто первый позвонил, поздравил? Жена. Гребля такой вид спорта, где допинг тоже часто проверяет. Вот эта тема, это давление на нас с допингом. Что там, как было, как? Ну, ребята нас некоторых убрали, отстранили от Олимпиады. И ребята не поехали выступать на эти игры. Вот пытались доказать, что все это можно без допинга. Допинг здесь ни при чем. И вроде как получилось. Вот эта ситуация давила вообще? Ну, тяжело было собираться на тренировку каждый день. Не знаем, не знали, поедем мы на Олимпиаду, не поедем. Собраться тяжело было, а так нормально было. Тренер вас верил, что получилось, что в подготовке было сделано правильно, что вот сейчас, оглядываясь назад, было здорово? Ну, получается, что все было сделано правильно. Только чуть-чуть психологически надо было быть чуть-чуть сильнее. Так все сделано правильно. Роман, у вас завтра день рождения. Будет ли он особенным каким-то в этом году? Наверное, нет. Даже не успею, наверное, его отметить, поэтому не особенный. А так, конечно, особенный, ну, подарок такой на день рождения, олимпийская медаль, уже круто. Роман, чувствовали ли вы поддержку российских болельщиков в Рио? И кто болел на вас дома? На самом деле, столько народу болело, я даже был в шоке. Потому что я, когда пришел домой, мне столько людей написало смс с поздравлениями, что даже которых я и не знаю. Там друзья, не друзья, и люди, даже которых я и не знаю. Что народу очень много болело. Экран, пожалуйста.